0 градусов и такой, знаете, снег с каким-то песком идет. В общем, то тепло, то это. В общем, я так захотела торт. Торт называется Пешт. Какой он вкусный, мне нравится так. Я хочу с ним сейчас чай попить. На радостях завершения грудного вскармливания я вот решила отметить. Захарке крестная передала подарки. Захар разбирает пакет. Даже я еще ничего не смотрела. Сижу, чай с тортом же пью. Верхушку. Вот, чай. Она уже, блин, 12:30 ночи. Вот. У нас этих не было. Конструктора, господи, как он называется. Я его тоже вот хотела приобретать. Вот хорошо, что подарили. Теперь будем показывать. Да, Брюс? Теперь ноги будем наступать на них. А что еще в пакете, сынок? Давай смотреть, что там еще есть. Я там увидела вот что-то, вот это не пойму. Это что, винегрет? Походу, мама передала. Что-то там еще. Вещи, по-моему, я вижу. Какой-то винегрет странный. Какой-то винегрет странный. Какой-то жирный. Захарка все достает сам. Свое питание. Пакет от Ашана. У нас Ашана нет в Ставрополе. Ждем, когда откроют. Вот это ваш нашумевший Ашан. Давайте. По-быстрому. Яблоко со сливками. Большие упаковки такие. Вот это наша любимая Тёма. Захар, пожалуйста, вот это нельзя вообще деткам трогать. Оно бьется все. Это вот можно, нет. Дальше. Тёма. Тёмыч. Тёмыч нам нужен как раз. Собирались покупать. Ну-ка, персик. Ценники. Яблоко, персик. Тёма. Вот. Что-то. Сколько передала. И что-то тут. Костюм. Неужели костюм? Я прям так его хотела, Захару. Новый. Ура. Ура. Ура, ура, ура. На завязочках. Супер. Так, и кофточка, супер как. Захар все убирает, класс. Руки тонковатые, да? 98 сантиметров, а руки чуть-чуть тонковатые. Ой, какой классный костюмчик. Супер, сынок. Подарки. Это всегда классно. Мне кажется, в ногах великоват, что ли. Это надо убрать. То вот это бьющееся. Сильно бьющееся. Надо поубирать. Время, блин, 12 часов. А я сижу, торт съела, виноград, винегрет. Ну.
муж принес. Захар, маши пока. Зось. Пока-пока, сынок, пока-пока. Бага-бага-бага-бага-бага-бага. Наверное, нет. Потому что я не помню. Так, она вот в отдельном пакетике. 800 грамм здесь. Вот. Грязь силовая, сульфидная, Сакского озера. Сделано в Крыму. Грязь она черная. Вот это должна быть без добавок. Собрано вот 8.02.18. Ой, я не знаю, надеюсь, что не обманут, не надурят. Ой, потому что покупала здесь в Ставрополе, а кто, как, где там собирает ее, да? Вот, открывать пока не буду, потому что я вам в следующем влоге ее покажу. Ну, тут, в принципе, показывать нечего, она такая черная есть. И вот как сейчас я вот до этого показывала на лице у себя пакетик этот. Ну, такая есть черная. Муж тоже удивился, что очень-очень сильно она черная. И, кстати, жидкая. Ну, иловая, это значит со дна. Тут написано иловая, это со дна озера. Бегала, записалась к стоматологу. Опять дитё остался один дома. Спит, бегу, не могу. Ой, значит, смотрите, мне стоматолог как выписала. Такой гель, Рокс, гель для укрепления зубов. Он наносится чисто на зубы. Зараза, какие они все дорогие. Смотрите, осветляет, укрепляет зубы. Снижает чувствительность, безопасный подход для всей семьи. В общем, вот так вот. Там на стол поставите. Не знаю, не пользовалась, пока ничего не могу сказать. Назначили это, чтобы хоть прожить, потому что до лечения будем пробовать анестетик. Анестетик будем пробовать. Там совершенно новый какой-то, вот это французский, на мне. В общем, страшно, боюсь умереть, коньки отбросить. Взяла аскорбинка вот эта. Вот, нутрина, натурина. Выбрала вкус черной смородины, здесь какие-то витамины обещают. Ну, так, что было. Значит, у Захарки закончился витамин D. Коликальциферол. В общем, я не в нашем городе не могу найти витамин D. Гантол, точнее, он-то есть, его привозят. Очень редко видно, и его разбирают. Приходится довольствоваться аквадитримом на спирту. Шалфея листья. 20 литров пакетиков. Это для завершения лактации. Я это таблетки выпила. Сейчас покажу, какие таблетки я выпила. Выпила вот такие две таблетки. Фирма такая вот, Берголак. Вот она. Берголак. Здесь, значит, в упаковке были две таблетки. Эти одну таблетку нужно по 0,5 утром и вечером выпить. То бишь, вот двое суток я их пила. Ну, промежуток между этими половинками таблеток 0,5, да, должно пройти 12 часов примерно. Ну, плюс 11, да. В общем, девочки, у меня упало действующее вещество кабергалин. У меня упало давление, муж. Я позвонила мужу, говорю, приезжай, я не могу заниматься ребенком. Съездил к маме за тонометром. У меня от сильно упало давление. Ну вот. Вот. Головные боли страшные были. Мы, блядь, не можем не перевязаться ничем. Муж меня перевязывает. Черти как, все вываливается. Грудь у меня большая. Короче, полный трындец. Сейчас пока вроде сиськи не наливаются, но... Надо сказать, что молоко еще не ушло, потому что, видно, надо все-таки перевязываться. Вот это мой помощник. Особенно эти два дня грудь набухала. И сцеживаться все равно надо. Разминать и сцеживаться. Как-то так. И затеяла. Вот. Видите? Тесто с маслом. Такое тесто, соответственно, не прилипает. Начинка опять.
яйцо, укропом, брокколи, лучок, правда, не обжаренным, 2 помидорчика черри, специи, да, там, по-моему, все. Ну, чесночок еще добавила чуть-чуть. Господи, просто что есть, то есть. Вот масло. И, соответственно, он не прилипает к столу. Знаете, мне надо коврик купить. В противне же он готов. Сейчас буду каждый разминать, растягивать. 17 штук получилось. Не стала я покрывать яйцом, желтком. Ничего не знаю, мне не нравится. Покрывание еще горячее, тесто такое же, этот раз, ну такой винтик, но уже меньше масла я положила в тесто, а то тот раз они очень жирные были. Горячие, красота. Пирожки сделали, теперь давайте мы включила. Значит, смотрите, что я. У меня здесь свинина вот такими кусочками. Лук, болгарский перец. Замороженные у меня были баклажаны. Дальше специи. Можно еще чеснок. Не хочу. И морковка. В общем, я захотела. Еще помидоры сюда надо. У меня нет помидоров. Там осталось черри чуть-чуть совсем. В общем, я так захотела. С овощами прям не могу именно. Вообще бы хотела баранину или говядину, ну ладно, что есть, то есть. А, очень напоминает, знаете, как шашлык, да, маринованный как будто. Положить сюда все смеси специй. Все смеси специй хранятся пока. В раздумьях, ложить ли сюда картошку. Конечно, если положить картошку, получится вообще супер там жаркое. Это, кстати, я в духовку отправляю, потому что не хочу стоять, обжаривать на сковороде. И потом у меня нет такой высокой сковороды, точнее, у меня есть высокая вок, она слишком большая. Короче, в общем, я так решила, оно так и полезнее. Все в духовку, вот. А насчет картошки не знаю. Добавлять, не добавлять, не знаю. Не знаю. Что ж, мне так телефон садится. Короче, вот столько я картошки добавляю. Да, может быть, этого мало, но ведь картошка, она тоже является овощем. И поэтому, то есть, сюда можно будет подать гречки, рису, макаронам. Решила добавить, потому что, думаете, готовить люблю. Мне нужно быстро-быстро, а вкусно кушать все мы любим. Нужно, чтобы быстро-быстро что-то было. Все перемешаю в духовку. Вот что у меня получилось. Папа пришел с работы. Куда? Все, я успела. Там оставил. С водой. Так, чай я заказывала. Резинки папа купил маме. Нашел папа. Зелень, петрушинка, укропчик. Рулет курино-нежный. Уже такой, по-моему, был. Так, батончик. Вот он. Ужин. Что-то мне так вот хочется этот одноразовые вот эти китайские макароны. Вот бывает, да? Вот я даже беременная была, помню. Меня так тянуло на вот эту дрянь. Так, Захарчику. Хайнц. Помидоры. Марта.
денег нет, но вы держитесь, денег нет, но выписали, выписали. Я говорю, вколоть успела что-нибудь? Так, в Копейкином доме весь пакет. Я уже вытащила средства для мытья полов. Ой, полов, унитаза. Но дело в том, что я его уже убрала. Сметана местная. Вот штуки я купила, Антон. Я показываю тебе красивые. Для яичек. Да, для яичек. Красители что-то мало. Блестящие красители в этот раз взяла. Попробовать. На, это вот убирай. Куда-нибудь туда, где чай. Это ладно, Захарка пусть посмотрит. Зубную щетку. У меня уже ухайдохала зубная щетка. Ну, иди посмотри. Я знаю, как ты так хайдохаешь. Дальше. К пиву, к пенному. К пиву, к пенному. Это мужу старый мельник. Ну а старый мельник пойдет? Да, пойдет. Потому что там они вообще поперепутали, поменяли все эти прилавки. Докторская колбаска к чаю. Икра была по акции за 70 рублей, конечно, акция. До 70 рублей акция. Ну так оно 160, по-моему. Ой, 140 в смысле. И вот курица. Курицу мы сейчас будем варить бульон. Ого, большая какая, видела? 2 килограмма практически. Варить бульон на... Хотим сделать галушки. Давно не делали. Это наша местная. Захар, что ты делаешь? Местная. Вот такой био-йогурт. Как думаешь, ему можно дать, нет? Да, можно. Ну, посмотри, без вкусов. Дальше халва. О-о-о. Кефир. Я так и не поняла, какой кефир она сказала? Вот такой давать? Ну да. Обычно МТС. Человеческий. Да. До сих пор и ряженку я еще взяла. До сих пор у меня, ну как сказать, этот... Что, такие взрослые продукты ему можно давать? Я не понимаю, если у него... Мне больше мельник понравится. А, радуется, капец, гля. Заболел мальчик. Старый мельник купили. Он радуется. Вся моя. Только зарабатывать деньги приятно, когда знаешь, что дети, да, радуются. Когда что-то им покупаешь. Заболели мы. Только от врача ходили. Прием 600 рублей. И понабрала каш, а теперь мы их не можем дать дитю, потому что его высыпало. Все, папа, убираем. Как правильно? Жижик галнаш и галнаш на чеченском. Вот. В общем, галушки... Ну, обычные галушки. Да, Антон? Ну, должна быть баранина. У нас курятина. Ну, вот то, что мы сейчас показывали, целую курицу. Вот мы ее и сварили. Вот бульон с нее. Ну, так берем. Взяли, да? Макаем здесь чеснок. Чеснок. И пробуем. Сейчас будет... Да, чеснок подавленный должен быть. Во рту подавится. Во-первых, здесь еще соли не хватает и, наверное, еще чеснока.